Всем приветики. Вот вам немного интересных фактов. Население Таиланда 63 миллиона. Это в два раза больше, чем в штате Вайоминг. Никто из вас не знает Стью так, как я. Не могу сказать, через что нам пришлось пройти, ведь мы договорились. Но могу вот что сказать. Это не первый брак Стью. Была одна шлюха в Лас-Вегасе пару лет назад. Хорошо, приятель, можешь садиться? Давай, выпьем с парнями. Поезжай, но сделай одолжение. Возьми моего брата Тедди с собой. Отличная мысль. Возьмем пацана. Хорошо, один бокал. Молодец, приятель. Точно. За нас. Будем. Наше здоровье. Будем. Что за черт? Твои волосы пропали. Нет, наверху. Фил, мне страшно. Стю, давай, просыпайся, у нас... Где мы? Ты взбесишься, но все будет хорошо. Что, мой зуб? Это настоящая татуировка! Алан, что ты сделал? Опять наркота? Ты ничего не делал? Боже ты мой! Обезьянка! Парни, вы где? Не знаю, мы проснулись в каком-то городе. А Тедди с вами? Его ищут все утро. Не верю, что это все снова происходит. Младший брат Лауры потерялся. Без Тедди мы домой не поедем. Вечеринки нам удаются. Я всего лишь хотел холостяцкий завтрак. Чего? Что ты здесь делаешь? Что, он мой плюс один. Нездоровая ночка была, сучки. Проверь карманы, могут быть подсказки. Чингмэй, буддийский монастырь. Ничего такого не помню. Что за китайская забегаловка? Где ты, черт возьми? Мы в Бангкоке. Обалдеть, город нищих! Таскивай обезьяну! Он такой сильный! Держите, девочки! Свинья! Черт побери! Что происходит? Парни, смотрите! Алан, прекращай. Когда мартышка берет в рот, это смешно на любом языке.